два, три. Начался перископ. Начался перископ. Начался перископ. Давай, Дашенька, зачитай рэп. Я дам тебе битбокс. Я ем гроу-фуд, потому что мне круто, потому что у меня пресс, а у тебя пресса нет. А припев? Я ем, я ем, я люблю есть, я люблю еду. Че, пишешь, что я долбоебка? Нет. А что? Еще нет, почему-то не пишут. Ты ничего не пишешь? Почему-то не пишут. Так. Серега, пропала мотивация. Что делать? Жри кексики. Мы все жрем. Ой, а ты мне показываешь, я показываю, слышишь? Оп. Ух, тормозит. Чей тормозит-то? Вроде все должно быть бенч. Бенч. Мы дома. Так, ну чё, как дела? Как у вас? Новый выпуск вообще будет? Не знаю. Не знаю, что монтировать. Я на перепутье. Еще я закосячил немножечко с этим. Пусть Даша мне позвонит, это почуля. А, почуль? Даша, я позвоню, у меня телефон сел. Она не будет тебе звонить. Никогда. Дурак. Никогда не позвонит. Здорово, Ромик, не за что. Не за что. Олесь, я, короче, ты сам сейчас телефон твой заряжу. Ну что ты показываешь мне, как какой-то чмошки лицо? Я подожду телефончик, а тебе перезвоню. Она никогда не позвонит. Можешь не ждать. Не рассказывай. Бум-бурум-бум-бум-бум. Пачка пишет, что я тиран. Пачка пишет, что я тиран. Да, да, да. Я же говорю, я всем говорю, что он тиран, реально. А Сереженька сегодня? Провинился. Сереженька сегодня провинился. Сереженька сегодня опоздал. И очень долго шел домой. 50 минут. Дашенька сломала ключ, ей не попасть домой. Я буду бороться. С кем ты будешь бороться, Пачка? Пачка, хватит бороться. Если хочешь бороться, иди на самбо. Или на борьбу. Поборись там. Может быть, из тебя вырастет новый олимпийский чемпион? Так. Россию? Какую Россию? Вот что подарил. Я Дашеньке цветочки подарил. То есть я сижу, жду под дверями его. А я за цветочками ходил. Он цветочками ходил. 50 минут, да. Ну да, минут 20 потратил на цветочки лишних. Так. Романтик. Романтик у меня, Сережа. Знаете, кто романтик? Романтик – это мое второе имя. А еще мое второе имя. Мистер Сексуальность. А еще мое второе имя – Мистер Серьезность. А еще мое второе имя. Напишите в комментариях. Жвачка. Жвачка пакет. Жвачка пакет. Ставьте ставку, попаду я или нет. Раз, два. Три. А? Господи, тебя сейчас смотрит 100 человек. Охренеть. Это мои ручки волшебные. А, вы видели трехочковый? Кто должен был ехать на Олимпиаду и играть в баскетбол? Как вы думаете? Потому что я мистер... Мистер всегда попадаю в цель. Мистер Джордан. 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 Недавно смотрел одного... Почему Пачка смотрит твой перископ, а мой не смотрит? Она ставит себе лайки в Инстаграме, а мне не ставит. Недавно смотрел одного блогера, он говорил про меня с Каем. Это кто такой? С Кайвином? А, это долбоёб. Такой, чмо. Какой?
чмошник один. Он там пишет, что он разговаривал с Кай Грином, спрашивал по поводу арбуза, что он там дрочит этот арбуз. Там, значит, а комментарии под его видеороликом, который собрал на Ютубе, на пространстве Ютуб, 60 просмотров. 60 просмотров? За 3 месяца, да. Пишут ему, ты дебил, ты до английского-то не знаешь, как ты там разговариваешь с Кай Грином. Как ты мог разговаривать с Кай Грином? Кай Грин-то не знаешь. Даже это чмо, даже нам не приводить его в пример, даже это чмо. Чмо. Уху-ху-ху. О, банка уже, да, не там. Банка уже не там. Расскажу по секрету 96 людям. Короче, буду делать форму, как у Арнольда Шварценеггера. Шварценеггера. Начну примерно с декабря. Буду как Шварценеггер. Алло. Привет, да-да. Представляете? Дома ждала 50 минут его. Кекс этот, что ли? Нет, да. Не меня. До свидания. Олесь. Да, короче, вообще капец. Боишься загораться, Олег? Ну, давай, во сколько ты закончишь? Буду, короче, как Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер был практически моего роста. Давайте, у него также были покатые плечи и дохлые ноги. Так что, мне кажется, у меня все получится. Ну давай, давай, только сильно не торопись. О! Давай, давай. Дашенька. Что надо? Ты знаешь, что я мало того, что буду миллионером, я еще буду с фигуры, как у Арнольда Шварценеггера. Дальше-то что? Там в туалете что-то течет. Короче, такие дела. Мой-моченька, не ученечка. Кушай, блядь, не все же, но... Губернатором Калифорнии я вряд ли стану. Потому что мне лень учить английский язык. А так бы я стал им. 100%. Дашуля красотка. Даша с рук кормит губернатором Питером. Даша с рук? Питер есть. Номер парикмахера дай. А что с этим? Роличек вышел 2 дня назад. Ребят, смотрите ролик «Адская Наварская». Марине, сука, делает фотки, блин, говняные. Перефоткайте, да. Там. И, короче, будут постить их. В интернете опять, с моими этими. Самую кривую рожу, наверняка. Да. No. О, почеши мне головку. Смотрите на канале «Адская Наварская». Вышел ролик. Ролик прикольный такой. Людям нравится. Слушайте, очень много позитивных комментариев собрал. 60 тысяч просмотров за несколько дней. Давай. Кто крутой блогер? Да, да. Мое второе имя знаете кто? Знаете какое? Крутой блогер, да, да. Кто крутой блогер? Я крутой блогер. Ты крутой блогер. А Сережа мне подарил GoPro. Да. Ну, спасибо. Я GoPro ей подарил. Вы знали, что я подарил ей GoPro? А ты от груди жмешь больше Сереги? А я не жму от груди. У меня от природы грудь шикарная. У нее шикарная грудь. Шикарная, как... ты бы видел. Как в Сочи стоит ехать? Стоит, конечно. Вы с сексом тоже, чё? Голубой, ты педик. Видели у Вадянова. Это ты педик. Сгори в аду, тварь. Сгори в аду. Сгори в аду, чёртов педик. Чёртов педик. Вы... Чтоб тебя... Жмёт Серёга от груди. Здорово, качок тупой. Здорово. Даша, покажи шикарную грудь. Вот она, шикарная грудь. Вот она, где она? Где она, шикарная грудь? Вот она. Почему вы здесь? Мы поедем в октябре. Сначала поедем 25 сентября в фитнес-тур в Сочи. На 10 дней. Вот, мы поедем. Мы поедем я, Дашенька, Гошанчик и еще кто-то.
Так, шлюху, и ты не заблокировала. Сереж, не сука, напиши еще что-нибудь, тварь. Потом, когда мы приедем оттуда, соберемся и свалим в Таиланд. Свалим в Таиланд. А с Таиланда поедем в Китай. А потом, может, в Таиланд или на Бали поедем. За сколько до Москвы доехали на машине? Сколько? За 4, 6, 8 часов, наверное. Ну, где-то 8-7 часов. В Эмираты когда? Я не хочу туда. Эмираты. Дашеньку там наденут на нее паранжу. И оставят щелку. Короче, для глаз. Всех долбоебок я буду на это. Мне не нравятся вопросы, я буду далее. Не нравятся вопросы, вас удаляют. Давайте в Найхарне на Новый год. Это кто такой? Ты кто? Ты кто? Найхарни. Хочется на Найхарне пожить. Даша, не хочешь пожить? Она какой-то мальчик пригласил в Германию. Германию? Больше. Кто? Ромчик, что ли? Не знаю. Ромчик, ты нас пригласил в Германию? Почему Ромчик сразу? В Инстаграме у меня писал. В директе. Бородатый, накачанный? Я не смотрю фотографии. Так, ну чё? Ага, вредина девушка твоя. Это, наверное, тот парень, который мне делает этот самый ролик. Или нет? Наверное, нет. Нет. Так, дневник кача он это сам. Это я там был, пишет. Так, вы кушаете свинину? Нет. Он попросили посылать меня. Даша, а ты валишь Серегу в армрестлинге? Ну, естественно. Че, не видно, что ли? Ой. Да, ей в рот написал. Сереж, блокируй этих пидорасов. Я нервничать начинаю. Завтра полнолуние. Завтра, короче, полнолуние. Дашенька нервничает. Так, проекты будет. Хочу попробовать, качок пробует. Надо мне подстричь кого-нибудь. Чего-то нет желающих. Гошана что не хочешь? В Питере кто Сереж? Есть? Гошана? Ну, ты же хотел Гошана. Ты же мне даже не пидорас. Или его брата. Или девушку брата подстричь. Короче, кому интересно, напишите мне, я вас подстригу. В барбершопе, бесплатно. Ты не подстригешь? Я буду стричь. Ты что, дурак? Качок пробует, да. Ты серьезно? Это ж рубрика, качок пробует, да. Ты я будешь стричь? Я буду стричь. Чью-то голову грязную, блядь. Да, я ее буду сначала мыть, массажировать, шампунем. Шкур подпишется. Не, надо мальчик стричь, барбершоп мужской, поддубный. Как вам? Как вам идея, а? Я подстригу четко. Ты что, серьезно говоришь? Да. Ну, если ты испортишь человеку прическу. Ну да. Ну а зачем? А в чем прикол? Развититься на канале? Нет, ну да. Ему дадут, наверное, какой-нибудь, я у ребят попрошу подобного, они дадут какой-нибудь абонемент там на... Нет, неправда, ему дадут шапочку. На несколько стрижек. Или кепочку. Кепочку. И мастер потом подстригет нормально. Пострижет. Пострижет. Пошли валяться в кровать. Валяться? Да. Пойдем, Сереж, осталось полчаса всего лишь. Тебе тоже. Пойдем. До чего осталось полчаса? До солярия. До солярия? Да. Почему? Почему? Друзья, знаете, что мы сейчас будем делать? Мы будем заниматься очень важным делом. Мой локоточек. Мой локоточек. Сереж, давай. Дашенька, а где селфи-палка? Которая наша. Там, где ты ее оставил, наверное, Сережа. Где я ее оставил? А где ты ее оставил? Не знаю. О. Сереж. Что? Вот такая, подойдет твоя селфи? Ну, давай. На. Смотрите, у меня есть селфи-палка. Ой. Это селфи-палка. Селфи. Вот она идет. Вот она не идет. Давай помогу тебе. Дашенька, смотрите, у меня какая. Она у меня помогает мне. Какое сегодня число? 17-е? 17-е. Ты меня напугал. Дашенька, потрогай мою грудь. Потрогай мою, Сереж. Это подмышка.
стене не схватиться. Даша Солярий вредно, говорят. Серега, ты псих. Серега, ты псих. Ты часы сегодня забыл дома, в курсе? Да, я вообще не об этом жалел, что я не взял часы. А как ты будешь пидорасов блокировать этих вонючих? Вонючих? О! О! Вот это поворот. Я крупнее тебя, смотри. Смотри, ты крупнее меня. Это все, твоя кофта тебя с... Это сам. Полнит кофта тебя. Здорово! Здорово! Даша пускает пар. Даша вейпер. Ша. Вейперша. Даша вейперша. Ну ты не кури сигарет теперь, Сереж. Она зато не курит сигареты. Ты же боролся со мной? Я боролся с ней, потому что она курила сигареты. Теперь она выдыхает пар. Парчик. И пробует всякие штуки делать. Я пока сегодня ждала тебя в машине сидела, сидела и курила эту штуку. И что, скурила все? Да, блин, наметное вообще не получается все скурить, Сереж. Невкусное, да? В машине же у тебя была еще там жидкость? Ну, вишневая какая-то я добавила, все равно попробую. Мятное, как будто зубы почистил. А? Ой, фу. Ой, пар. Так, 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 так. Как питаться после вечерней трени? Как хочешь. Как хочешь, так и питайся. Все вписывай за день. Все вписывай за день. Все твои приемчики. Так, осталось... гидроскутер и покемонов ловить каких-то. Переверни камеру. Вот так вот. Могу вот так вот перевернуть. Чем? Мне жалко, что ли? Покемоны. Кто играет в покемонов? Сообщите. Твоя подушка опять меня. Дашенька, смотрите, одела мою футболку. Я очень люблю мои футболки. Дашенька у меня очень красивая. Такая красотка она. Все время идем с ней. У меня гордость, что у меня такая девочка. Вот он почему. Вы знаете, что странное самое? Что он все вот это вот говорит только в перископ. Я говорю всем это. Угу. Всем. Видишь, как я? Это все равно, что выйти на сцену и, я ему говорю. И сказать. Секундочку, да? Я ему говорю. Сейчас я ему расскажу. Боже мой, Сереж, я реально отекла. Я вчера съела пару конфет. И у меня текло лицо. Знаешь, что он говорит? Дашенька, о чем ты думала, когда ты ела эти конфеты? У тебя так сильно отекло лицо. Переверни, чай переверни. Вот так вот перевернуть. Я могу перевернуть, чай. Мне что, жалко, что ли? Тебе надо переодеть это самое. А, подожди, ты же лежал с другой стороны, поэтому тогда удобнее было, да? Даша у меня красотка. А что там пишет-то хоть? Пишет, короче, Дашенька, что ты у меня самая красивая. И ты врешь опять. Самая вообще, очень. Трусишки поменяла, кто-то написал. Вот дураки, а. Вот дураки-то какие. Заметили. Поменял трусишки. А что ты поменял трусишки? Домашние, потому что. Мягенькие. Мягенькие. Даша любит мягенькие трусишки. Что ты такое говоришь? Домашние такие. Дурак. Так, ну ладно, чё тут у нас?
Хлопковые спрашивают. Хлопковые? Хлопковые. 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 Все, тему трусов закончили. Давайте, друзья, закончим тему Дашенькиных трусов. Хватит. Тебе сейчас снять телефон? Не, еще 20%. О, Дашенька у меня такая. Ты отвечай на вопросы какие-то там. Так, в семейниках, что ли? Не, я в этих самых. В штанишках и муришках. В штанишках огромных. На огромный зад. Вот. Мы в Москве находимся. Ой, в Питере, а не в Москве. Даша не тренирует. Как и я не тренируем. Мы просто блогеры. Ой, проклятые рудники. Так, чего еще? Покажи банку. Так. Оп, у Дашеньки, видали, банка есть. Баночка. Нормальная банка такая. А что за выступление Лары Крофт? Дашенька, что у вас? Это мы ходили, короче, на этот, как его? Косплей. И Сережа заставил меня выйти, и то, что я буду, типа, ну там, кем ты там сидел? Как называется? Я судья, фитнес-косплей. Да, Сережа, покажи себя, что ты мне показываешь? Тебя. Сережа был судьей на фитнес-косплее и заставил меня выйти. Вот, вместо него. И я вышла. Лара Крофт. Ну, вообще, неплохо получилось. Потому что, в принципе, я не та самая. Я, если честно, стеснялась, потому что я не готовилась, ничего не танцевала, ничего, просто вышла, покривлялась, поулыбалась. Ну, и все. Если бы я сальтовал какой-нибудь... Слушайте, ребят, а вы давайте так, кто-нибудь, кто смотрит перископ... Сереж, ну, пожалуйста, нам сделай так, чтобы тебя было видно. Да, я вот тут. Кто смотрит перископ? Ребят, Сережины подписчики, те, которые милые и добрые. Сереж. Ну, давай, запрыгивай. Запрыгивай? Да, запрыгивайся, да. Нет. Кто смотрит перископ, пожалуйста, кто хочет, давайте я вас бесплатно потренирую, а вы меня бесплатно тоже потренируете. Я ищу какого-нибудь хорошего чувака, который умеет делать сальтухи и всякие такие штуки, там флажки. Кто меня научит, я того научу качаться. Расскажу, что по форме даже нужно. То есть я предлагаю бартер. Тренировку на тренировку. Напишите мне в директе или... Напишите мне в директе или напишите Сереже в директе. Завтра полнолуние. Я тебе говорила. Дашенька, когда полнолуние, она становится... Ведьмой. Ведьмой. Ведьма. Дашенька, что? Дашка? Тебе на батут, там проще. Да блин, мне нужен мастер, который сможет мне... Мастер-говнястер ей нужен. У меня есть один с косплея, ну вот, надо... Короче, кто меня будет научит, кто действительно мастер своего дела, тому я... То есть, меняю тренировку на тренировку. Тренировки на тренировки. То есть, я вас научу качать зад бедра, например, икроножные. Мастер-говнястер. Я мастер-говнястер? Мастер-говнястер ей нужен. Нет. Чего там пишет, Сереж? Может, там что-нибудь пишет уже? Так. Кто готов? Давай. Вы меня... Ребенка разбудили. Что? Что еще? Тебе нужно пиши сама мне, потрешь, покажи ноги бомба. Че? Да, Сереж. Короче. Ноги бомба. Ноги бомба. Ой, тут может быть пресс, кстати, хороший, да? Может быть. Ну-ка. Ну, хоть что-то видно, нет? Да, есть пресс. Есть пресс. Видно пресс. Есть? Я нифига не вижу. Что пишет, есть? Есть. Слава. Ребята, осталось месяц, реально, месяц. Я очень сильно стараюсь. Я жру 2000 калорий за раз, оказывается. Мне может только 1500, 1200 максимум.
А, я вот. А ты столько ешь, да, много? Ну, блин, я подумала, лучше на стрипера похожу, если что. Покажи-ка, 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 покажи-ка. Чего показать? Пам 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 пам. О, 400 людей смотрят. Ничего себе, ты опять в топе? Опять... Почему так везет тебе, Серёж? Потому что мы, блин, на кровати сидим? Потому что мы с тобой ложимся на кровати, все сразу хотят подглядывать за нами. Потому что мы такая красивая пара, самая красивая фитнес-пара в мире. Да? Да. Самая красивая фитнес-пара в мире. Мы. Потому что мы очень красивые. Я не знаю людей красивее, чем мы. Кто-то ты боишься, нам пишет? Серёж, ты можешь читать, что там пишут? Я не могу. Так, ты можешь ответить. Постельные сцены ждут. Замустить совместную фотосессию. Тупой качок. Baby S, please. Что-то. А я красивее, кто-то пишет. Кто-то пишет пидоры. Так, шпак красивее, кто-то пишет. Серёжа, как дрищу накачаться? Скоромные тоже красивые. Дрищу, надо есть. Привет из Тосно. Привет, Тосно. Тосно. Привет, Тосно. Привет, Тосно. Тебе не стыдно, как относишься к Зизу? Дашенька, как относишься к Зизу? Он умер, как я могу к нему относиться? Никак. Так, 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 так. Почему, что не напряжный? Шпак ван лав. Привет, Тула. И вам тоже привет. Дашенька, шли приветы. Шли приветы. Ой, так. Сережа, дети в планах есть? Дети в планах есть у нас? У нас есть в планах 6 кубиков на животе. Либо Дашенька хочет скушать таракана. Нет, это ты съешь таракана. Дашенька хочет таракана кушать. Дашенька хочет кушать таракана. Эх, ладно, друзья. Наверное, надо заканчивать болтовню с перископом. И все. Подписывайтесь на канал Дневник Кача. Подписывайтесь на канал Адская Наварская. И все. Давай, Дашенька, стоп-кадр надо ставить. Так. Да ну. Али.